воскресенья нашего главизна. Радость разливается окрест, без сомнений и без укоризны. Дева приняла благую весть, бездна неба распахнулась разом, и Архангел Божий Гавриил несказанно умилённым голосом благую день возгласи. Радуйся, молодая, чистым сердцем, дух тебя Господь осенит. От него зачало и без сожаления и печали жизнь, веряя Богу своему, взор потупив дева отвечала: ее пренепорочной жизни Сыну Божию помочь взойти на крест. Несть спасения нашего главизна. Дева приняла благую вся благая чистым сердцем, дух тебя Господь осенит.